Вопреки календарю на аграрно-технологическом факультете сегодня все оттенки зеленого. Все цветет пышным цветом, все потому, что здесь проходит традиционная выставка под названием «Цветущий ПГУ». Вот предлагаю прямо сейчас и посмотреть на все выставочные экспонаты. Написано «Тираспольская средняя школа номер 18». То есть это все растет на территории? На территории школы разбито два мини-дендрария, которые развиваются, три ракария на разных сторонах. Плюс ко всему у нас четыре розария, где растут одни розы, где-то около 800 кустов роз. Вот это боярышник. У него длинные иголки, поэтому посажен он группой в одном месте. Вот. Ягоды очень вкусные. У нас ходят все, да, с соседних домов, собирают ягоды. На сегодняшней выставке также проходит конкурс. Каждый, кто пришел, может отдать свой голос за понравившееся растение. Вот каждый такой яркий стикер – это как раз голос. Судя по количеству этих стикеров, Генура практически в лидерах. На конкурсе можно встретить настоящих экзотов. Вот, к примеру, на этом столе есть и авокадо, и кофе, ананас, и даже семена чиа. Даша, студентка, насколько кропотливый труд вырастить семена чиа? Вырастить семена чиа у меня было 3 попытки. Оказалось, самой лучшей попыткой вырастить в вот таком стаканчике на нескольких слоях салфеток. Семена надо было положить в стаканчик, чтобы они набухли. Тоненьким слоем разложила на салфетках, закрыла пищевой пленкой. Через дня 3 уже дали первые ростки, открыла. И вот буквально неделя им себя прекрасно чувствуют. Сегодня открыли лепестки. 3-й год мы проводим выставку-конкурс декоративных растений «Цветущий ПГУ». За 3 года количество участников выросло, также выросло количество наших растений, которые привозят к нам. В этом году самый необычный экзотический ананас у нас даже появился, вызвал большой интерес у публики. Кроме растений, здесь есть еще интересные такие вот декоративные композиции с живыми растениями. По большей части флорариумы делаются из тропических растений, потому что эти растения очень влаголюбивые, а данный сосуд позволяет много влаги держать именно в себе. И сколько вот он у нас простоит без разборки, скажем? Без разборки, ну, 2-3 года. Все зависит от того, как вы будете за ним ухаживать. За приз зрительских симпатий у нас грамотно награждается Дарья Вакарчук. Ее авокадо набрало сегодня больше всего голосов.